Надо раньше уйти, да, смотрели я, надо раньше уйти. Потому что бензин будет похож на что угодно. Это капсула стоит 350 рублей. А тут нам говорят, я расскажу. Ну, конечно же, не рассказываю. Тут первое зеркало нарисовано. Ой, два. Тут первое зеркало нарисовано. Второе часы, третье. Вот это что-то там. Ну, короче, четвертое что-то непонятное. Пятое бусы. Да, пятое бусы. Это бантик не для куклы. Это колечко. Это подсказка. Бутылка, нам надо блок, туфельки, наряд, очки и совок. И еще есть питомный, куколка и мальчик. Что у нас такого? Конечно, конечно. Подожди, я сейчас я приду. Сейчас я приду, я быстренько. Договорили? Нет. Просто стояли тебя ждали. Я рассматривали, да, друзья? Ну да. Ладно, начнем просто болтать. Так, тут, конечно, скотч. А ножницы. Шарик, бабик, тру, ля-ля. Давай. А он тут студиум. Ой, ну как вы смотрите, какая блестящая. Видите, какая блестящая капсула. Просто блестящая. Как думаешь, что не будет? Что там будет? Офигеть, первый раз эту капсулу. Первый раз эту капсулу. Вы не знаете, что кажется? Мне кажется, не попадется все, что тут было. Да. Когда попадет, я не знаю. Один просто свой. Уже покупали. Так, это другую студию. Так. Тут, наверное, все. Так вот. Тут. Ой. О, прям как и сказали. Будут часы. Прикол, друзья. Я теперь буду такие модные часы. Я когда буду в школу идти, я буду смотреть вот так на время, потому что в классе. Нет, я не понимаю, кто здесь. О, прикольно, еще тут есть. Вау, заколка тоже слов. И колечко тоже, и бусики. Друзья, все-таки мне нарвали. Еще банки. Блин, как классно. Так, давайте, ой. Так, три коллекционера. О, пацаны есть. Тут пацаны есть. Писали с первой волны, только пацанов добавили. Прикольно. Ладно, давайте в каком-то пакетике почитаем. Друзья, я очень довольна вот этим. Это круто, супер. Мега класс, да, друзья? Извините, что на шуме, что это мне кран там. О, попался такой, мне как две девчонки. Давайте следующий пакет. Там все куколки. Ну-ка, что там посмотрим. Илья, это кто? Мальчишка или девчонка? Тело вот такое вот, голова вот такая вот. Только больше ничего не попалось в этом пакете. Тут чуть-чуть набрали. Я же говорила вам, друзья. У Барсика мне пришел. Ой, это видно, что пойдет. Не, девчонка. Я вообще кто-нибудь
степень внимания, вот это что это. И откуда они надо там? Рок, выдухи. О, да ты пан тебе писался. Ну, посмотри, ты пан тебе писался. Блин, а чё? А чё ты так ещё? Не знаю, что ты так ещё? Ну, ладно. Ну, всё равно мега-супер, да, класс? Просто супер-мега-класс. Да, друзья, ты меня уже взял. Я думала, там что-то еще другое придется. Нет, не набрали. Друзья, не набрали. Вот так вот. А там были как раз часы. Круто, супер, просто класс. Теперь вот так вот сделаем, они так не часы. Да. Там не будет, не будет. И теперь у меня такой браслет. Заколочка еще такая. Очень прикольно. Так, еще чуть-чуть набрали, что мне так сюда. Кому ты уходишь? Да, что-то не могу понять, это что-то такое. Не знаю, что-то там, ну, прям такое. Ну, вот, вот сюрприз мне доступен. Что за класс? Как поднимать тебя? Как вот такой. Чтобы с двух сторон вот так вот было, да? Ну, вообще прикольно. Очень нравится. Друзья, я Клеопатра. Первый чушь из коллекции я. Да, есть оригинал Клеопатра. Я смотрела все серии, поэтому у меня без проблем. Я могу всех легко разгадать. Первый, второй, я могу из всех разгадать. Я смотрела все серии. Как ее зовут, Кристофор, и все такое. У нее должны волосы меняться на желтый цвет. Что проводить? Давайте проверим. Так, вот давайте вот это. Нет, у нас дырка. Нет, у нас дырка. Тут все с дырками, все прокованное. А давайте вот так. Я буду набирать. А вы меня подождите тут. Всем пока-пока! Вы были на канале Зора ТВ. Всем пока-пока!